Осталось 4 мешочка цемента новороссийского. Очень качественный цемент. 500-й, бездобавочный. Для ответственных видов работ. Использовался для штукатурки стен, для заливки полов и его выравнивания. Очень хорошо армируется. Показываю, в каком вот состоянии. То есть все мешочки находились в закрытом помещении. Влага на них не попадала. Полностью сухие. Тут под них клееночку застилал. Тоже вот лежат. Все закрытые. И вот пятый, вот он уже начат, использованный. Вот это открытый уже мешок, это пятый. Ну вот сам цемент в каком состоянии. Вот, то есть он будет растворяться, в принципе, все. Тут расталкивается. Вот порошочек. Практически. Практически порошковое состояние. Если где-то есть небольшие комочки, но это отслеживание, то они все растворяются в воде. Либо можно их раздавить, либо рукой, либо вот шпателем я их все раздавливаю. То есть предлагаю за мешок 250 рублей и забрать их все 4. То есть за все 1000 рублей. Вот. Могу даже его потрусить, то есть тут мягко, в принципе. Все мягкое. Вот устойчивый перепадом температур. Покупался он весной 2023 года. Сразу же был перенесен в помещение закрытое. И так и хранился. Бережно хранился до сегодняшнего момента, то есть до октября 2023 года.